Никого нету. Я боевым кличом их пугаю. Кличем. Видите, они все обосрались и убежали. Ух ты, блядь, один не испугался. Очень хорошо. Сейчас я тебя на, получай, получай, грязнуля. Убегаем, убегаем, убегаем. Ух ты, пацаны, подождите, тут динамичная игра, очень динамичная. Я прячусь за камнем. О боже, Сисидиан сюда едет. Вау, такая, вау. О, жесть, такой момент напряженный. Как мне нравится. Сейчас, сейчас отсветимся, погодите. Можно вот сюда за свет, пацаны, как напряженно. Вау, круто. Вау, вау, погодите, погодите. Вау. О, господи, погодите. О, боже, вот же он. А, немножко его не видно, подождите, сейчас. Сейчас все получится, подождите, вот. О, вот его видно, автоприцел, погоди. На, вау, он исчез из-за света. Это механики такие. Вау, какая глубоко детализированная игра. На кончиках пальцев. Вау, это же просто авианосец, вмерзший в вечную мерзлоту. Охереть, не подняться. Какая детализация, какие идеи. О, мы не попали в СТА-2, но это тоже круто. Это дает нам возможность продлить этот бой и поиграть дольше. Класс. Вау, тут есть физика. Вау, очень здорово, очень круто. Погодите, погодите. Погодите, сейчас я сведусь. Вот, танчик видно, так, сводочка. Вау, здесь альфа разная вылетает. Обалдеть, вот это игра. Так, погодите, сводочка еще раз. Перезарядка долгая, но ничего страшного, ничего. Тяу, тяу, тяу. Вау, 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 не попали. Здесь еще и точность есть. Это круто. Ну-ка. Вау, смотрите, я могу поджать союзника. Не сердись, братишка. Я журналист игровой Андрюша Сомов. Вау, круто. Аж глаза пожелтели, как у кошки от такого. Вау, смотрите, тут деревья повалены. Тут можно повалить деревья. Обалдеть. Вау, тут на штурмовом танке можно стоять и просто нихера не делать. Вау, это такая вариативность. Это мега круто. Кусты становятся прозрачными. Это помогает новичкам в этой игре. Боже, это невероятно. Я сейчас просто слюной захлебнусь от того, насколько эта игра детализирована и проработана. Вы видели? Вау, 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 вау. Тише, тише. Вау, класс, круто, я не засветился. Вот, сводочка, сводочка, все еще сводочка, 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 сводочка. И он исчез. Вау, это получается огромная херня. Исчезла из-за света. А, это типа классовый бонус к маскировке. Вау, круто, как детализировано и проработано. Так, вау, вы видели? Жесть, я просто попал. Обалдеть, это ж просто невероятная игра. Погодите, еще вот он едет. Тихо. Вау, он может использовать места, вот, окружение, чтобы прятать танк, и он будет прятаться, ну, и... О, господи, это же, блядь, что-то... Это какие-то невероятные просто механики. Погодите, погодите, вот он стоит на базе. О, мы обнаружили еще какой-то секретный класс техники. Так, погодите, выстрел. Вау, тут попаданием в каток происходит имитация ломания ходовой части, и мы как будто бы его обездвижили на кончиках пальцев, просто охереть. А это что за танк? Вау, я такой в музее видел, у меня дед на таком воевал. Это же не игра, это просто цифровой музей. Ух ты, вот это ловко меня стоящие на базе разорвали. Это что-то просто невероятное. У меня дед на этих танках воевал, просто охереть. Ну-ка, бам! Вау, круто! Вау, Шаур Футур, название Футур, типа будущее, фьюча, нах! Ебать, он меня приложил! Вот эта игра! 10 из 10, ссылка на регистрацию в описании, но я вам не скажу, что я получаю за это деньги. А, случайно сказал, ну не судите строго, вы же все равно пи***расы конченые. Я зашел в это, и моя жизнь изменилась просто кардинально. Просто кардинально. Вы просто вдумайтесь. У меня был позвоночный столб, и в нем были позвонки. Сейчас там грыжа. Кто-то скажет, это плохо. Что плохого? Это лишние детали. Раньше я ходил просто прекрасный, прямоходящий человек с атлетичным телосложением. Сейчас я вешу 140. Кто-то скажет, это плохого. Ничего плохого в этом нет. Потому что хорошего человека должно быть много. Кто-то скажет, раньше у тебя была семья, сейчас от тебя ушла жена и забрала детей. Но никто больше не будет мешать играть в мою любимую игру. Сплошные плюсы. Регистрируйся. Я не могу, это просто невероятная игра. Просто...